Вот поездка, дорогие мои, на маршрутке. Маршрутки пустые почти. Вот. Пустые почти маршрутки. Удобно. Вот такой вот Мерседес. Вот. Красота. 17 лир. Это самое для детей и школьников. 10 лир, короче, проезд. Вот. 10 лир проезд. Достаточно сказать, что это ученик. Не надо документов никаких. Хорошо. И быстро, и, как говорится, это. Вот. Вот это мы Этлик едем. Вот Этлик, вот это полностью. Вот. Проезжаем Этлик. Всего маршрутки сколько места? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. На 17 мест там, короче. Но это 4 человека всего. Вот это общий вид Этлика. Этлик, едем вот так через Этлик. Кечорен. Вот это Туркватан Эмбла, которым я впервые спросил, где находится отель. Когда моя дорогая землячка сказала, что я тебе со справочным бюро, что ли. А вот этим остановился я случайно. Они мне сказали, где дешевые отели. Вот. Хорошие люди, это самое. Слава Богу, я говорю, блин, я случайно остановился, чтобы воду купить напротив магазина, и к ним зашел. Вот такие распродажи, все распродажи, распродажи. 35 лир донеры. Вот. Вот здесь вот свежее молоко продают магазины. Вот так вот Этлик. ББУшные мебель, любую, какую хотите, холодильники, молодильники. В общем, все дешево, очень дешево можно купить. Очень дешево. Все есть, и больницы, и детские эти. Вот даже продают прямо целый офис, вот он. Вот, можно открыть магазинчик свой. Вот. Конечно, надо найти, как говорится, сначала свою нишу, какой отрасли. Вот. Вот это Мухтар, где сидит, вот это Этлика Мухтар. У него свой офис. Вот. Электрики. Очень много агентств недвижимости. Сателлэг, вот продажа квартир. Вот Эмлак. Вот мечеть, Этлика, большая мечеть, вот Этлика. Вот. Сейчас будем поворачиваться. Так, вот раз, и туда. Парикмахерские, всякие эти, блин, здесь. Зубные врачи. Вот. А вот адвокаты, они в основном вот в этом Кизылае. Вот дорогу делать начали, видите, убирают старые покрытия, хотя тоже неплохо было. Вот здесь будут они делать его, вот. Содрали верхнюю часть, вот, и будут делать. Он уже делает дороги, там уже трактора, машины. Нет, они не умеют делать дороги, надо дождь, снег, как у нас делают. Они ждут сухие, вот так солнечный погод делать. Что за работа? Надо снег ложить, у нас же новые технологии, снег ложат. Вот. Я когда им рассказал, они говорят, это что такое? Я говорю, у нас снег и дождь ложит. Так говорят, что такое? Это не прилипнет. У нас снег прилипает, у нас новые технологии.
Он сказал, пожалуйста, офисы целые продаются, вот квартиры все продаются. Открыто можно подойти, и позвонил, и все, короче, там хозяева. Выборы сейчас везде, реклама идет, муниципальные выборы. Это маршрутки ходят, автобусы ходят, выборы. Вот. Хотя я хочу сказать, что вот Анкарея, Стамбул, меры занимает должность, которая из оппозиционных партий. Вот. Такой вот этлик, вот он, такие дома. Вот, как видите, вот такие дома, этлик весь состоит вот таких домов. Вот, как видите. Маршрутка ездит вот таким этим своим этим и быстро доезжает. Вот такие дома. Солнце прямо, наверное, отражается на экранах. Ну, ничего не поделаешь. Вот. Вот велосипеды на балконе. Вот такой город, да, вот Анкара, это вот такой этлик. Это район этлик. Основном. Хороший райончик. Советую, если кто-то хочет, сам этлик. Хороший район. Этлик, СРТП, потом Яйла. А теперь уже мы на трассу выходим. Вот прямо вот так выйдем и на трассу. Сейчас посмотрите, вот там, там стоит Антан Анкаре, анталийским номерам машины. Здесь очень много. Вот магазины, вот это Касап, золотые магазины, такси, вот таких так места стоят, у них свои места. Они не ходят, не ищут это самое. Вот это частная больница большая, Лукман Хаким, вот эта большая частная больница, вот это вот частная, огромная, тут все, короче, ну. Тут госстраховка не работает, все за деньги, но быстро. Вот. Начальная школа, средняя школа, начальная школа. Вот это уже лицей огромный. Ресторанчики такие маленькие, цветочные магазины. В общем, как везде, как везде. Я просто еду и думаю, вам тоже все это покажу. Думаю, вам будет интересно просто проехаться со мной. Вот. Финансбанк, вот мой банк, тоже один из моих банков, Денисбанк. Вот такие вот продажи, распродажи всяких, вот туфель, кроссовок, вот по 250, есть по 200, есть женские полуботинки от 300 лир. Вот, вот здесь вон нитки и вязаные вещи. Это мечеть. Центральная мечеть Этлика. Центральная мечеть Этлика. А внизу аптеки, торговые центры. Вот такие распродажи. Домашние утвари, вплоть до постельного белья, посуда, масуда, все за копейки. Вот. Торговый центр Этлика. Это коммерческий торговый центр, вот он, Этлик Тиджарет Меркези тоже. В общем, здесь на улице выйдешь, все есть на улице за копейки. Не надо в маркет заходить по дорогим ценам.
Вот, пожалуйста, распродажи стоят, они даже некоторые за 10 лет всего, золотые магазины. Вот книжный магазин центральный, книжный магазин большой, тут даже есть иностранные книги, все есть, короче говоря. Вот. На автобусе всего 5 человек и 17 маршрутка. Вот. Сейчас мы рванем с вами в сторону уже этого Улуса. Сейчас. Вот так вот. Вот такие вот здесь вот. Вот эта высоточка вот такая вот. А так в основном здесь малоэтажное строительство. 5 этажей, 6 этажей отлики. Вот. Но этим домам всем, дорогие мои, по 30, по 40 лет некоторым. Вот. Вот этим домам по 30, по 40 лет. Вот этим домам всем. Ухоженные, постоянно ремонт делается, обслуживание. Вот, пожалуйста, молоко, подвоз молока, все вот это вот, машина специальная. Донери, Вакифбанк, вот этого центра, вот тоже один из офисов. Вот как видите, вон, видите, какое это здание тут, вон. Ну это ж это самое жилой дом, по-моему жилой дом, а здесь типа сети, вот такие вот они, вот. Это социальные службы, вот это всякие министерства, вот, разного уровня. Аптек много, очень много аптек. Вот деревья уже, вот здесь зелень уже, все уже. Солнышко. Оптика. Люди вон сидят, кофешки, чай пьют, кофе пьют. Вот. Здесь кулинария. Тут же проверяют ваше зрение, вам выписывают вот эти очки. Вот. На разный вкус, на разные цены, короче говоря. На разный кошелек. Вот, так что вот это экскурсия по Анкаре, будем говорить так, этлик. Вот, люди здесь добродушные, ну, тоже есть, конечно, такие тоже, но вот видите, вот здесь вот аптека, вот это вот, сразу же, и рядом оптика для глаз, если что-то надо, туда раз пошел, короче, и все. Вот. Вот этот дом, вот, который стоит, он, ну, где-то лет 30-40 даже, если так разобраться. Но везде вот это выборы вот этого муниципалитетов, короче, вот так изгоны, это аптека. Это от температур всяких, здесь кто по страховке, он по другим ценам. Ну, это только после того, когда клиника выписывает лекарство, приходишь, сначала вы в клинику приходите по страховке, потом клиника выписывает вам лекарство, после этого вы получаете, сами не можете прийти вот так вот, а я страхован, мне дайте, нет, через клинику врач должен выписать вам это самое. Что-то мы там молимся, ждем. Вот. Вот такие вот дела, дорогие мои. Что-то затормозился, что-то этот товарищ ждет кого-то. А, детишки, ай, малютенька. Карапузик такой. Ну, трогались. Ну, где
еду я в Ашхабаду я. Как когда-то говорили шутку. Еду я в Ашхабаду я. А тут я еду в Улус. Оттуда Кызылай. Вот. Везде депутаты, главы муниципалитетов. Реклама. Вот Улус объявление сразу, куда ехать. Улус, Кызылай. А вот это депутаты наши, любят меры. Вот. И вперед стартанули, короче, в сторону Улуса. Вот. Вот это вот роддом. Зубейда ханум роддомы. Роддом Этлик. Зубейда ханум Этлик. Вот это роддом здесь есть. Большой такой. Вот, Зубейда ханум, вот здесь он женских болезней, роддом, вот этот все, вот это здесь. Это огромное такое. Вот это доктор Меджит Озалсан, Кечурин, Беляди Башкананда. В общем, вот это Кечурин будет это самое. Этот мером Кечурина. Сейчас выборы, везде на автобусах с музыкой, и там привлекательными этими, ну, везде одинаково же. Кандидатов очень много, есть и женщины, и мужчины, и, в общем, и в Махалле тоже сейчас выбирают, выборы на Махалле, вот. Ну, сотки строится еще там, по-моему, одна. Плакучая ива. Заправка 41 лир. Солярка там, бензин я не успел смотреть. Анкара, вот кадастра, вот где тапу делают, там не так уж далеко. Тапу и Дарасе, вот туннельчик такой. Проехали и выезжаем вот так вот. И выезжаем вот так вот. И вперед, короче говоря. Очень много надземных переходов. Вот, военные это самое, люди... училище военные какие-то тут. Вот. Здесь зелено. Да и здесь зимой зелено все. Вот. Сейчас мы с вами вот подъедем это самое. В Улус посмотрите. Вон наверху, видите, там какие дома стоят, вот этого, но так, они большинство жилые, большинство заброшенные. Кстати, там есть даже вот это Яхуды Махалле, то есть еврейский квартал, хорошими домами, но они брошены уже, ну, уехали хозяева, вот показывали же другие, это блогеры вам. Здесь идет строительство еще, чего-то там реконструируют. Вот. И еще реконструированные дома, короче, реставрированные дома, старые дома. Посмотрите вообще, как красота, короче говоря. Вот. Вот такие, видите, как поставили стены такие бетонные, а потом оформили под камень. Здесь очень горных мест много, вот таких вот горные, видите, как, ну, старые горы, вот. Да, сейчас мы в Улус с вами, короче, я вам покажу, откуда уже садятся во все маршрутки, куда выезжают люди. И в аэропорт оттуда можно уехать, и везде. В общем, где самое такое, это где маршрутки во все стороны едут. Вон отреставрированные дома я вам сейчас покажу.
вот этим домам 100 лет, но они вот отреставрированы, видите, вот эти дома все отреставрированы, все. Этим домам 100 лет, если не больше. Это первые дома вот Анкары. А вот здесь вот полностью вот эта остановка всех этих маршруток, откуда уезжает во все стороны города, вплоть до аэропорта, везде, короче говоря. Вот. Вот они вот отсюда. Я тоже сюда потом приду и отсюда поеду вот к себе. Вот и мы в Улусе, дорогие мои. Вот, в Улусе приехали. Вот эти дома, видите, отреставрированные все дома. Этим домам 100 лет. Мне сказали, 100 лет этим домам, вот этим отреставрированы. Вот мы приехали с вами в Улус. Вот. Вот такие улочки. Вон они, видите, какие дома. Все отреставрированные. 100 лет. Ну, где-то около этого, да, короче. Первые дома, короче, это самое. И, кстати, Кизлай тоже так же, такие же дома есть, очень много. Но они красиво смотрятся, отреставрированные. Все, короче говоря. Вот. И уже пошло уже современнее, более современно. Ну, этим домом, вот этому тоже, который стоит, вот этот, этому тоже, наверное, лет 30-40, если не больше. Вот, вот здесь вон вещи продают, вот люди свои вещи, как вот этот, типа барахолки, да, короче говоря. Вот, типа барахолки. Вот здесь вот всякие мелочи, игрушечки, мигрушечки. Вот и мы с вами в Улусе. Вот. Я сейчас выйду. Всех вам благ.